Здравствуйте, уважаемые родители! Наверное, вам интересно узнать, что стало с героем наших роликов про Алалию, Олегом Егоровым из Риги. Олег Егоров, в Риге ему ставили аутизм, и в принципе и сейчас настаивают на этом диагнозе. А наши врачи питерские сняли этот диагноз и не ставят ему аутизм. В принципе, вы видите, что этот мальчик не аутичный. Он хорошо идет на контакт, он занимается с детками. Пока здесь он ходит в студию ритмики, он ходит в творческую мастерскую, рисует, он занимается со мной, то бишь с логопедом. Вот. И когда есть возможность, он идет и участвует в свободной игровой деятельности вместе с другими детьми. Прошло 2 года. Олег живет и учится в школе. Периодически во время каникул приезжает на консультацию логопеда и врача-невропатолога в Санкт-Петербург. Привет из Риги. Меня зовут Олег. Мне 10 лет. Я закончил 2 класс. Я люблю математику, труд, латышский язык. Сейчас каникулы. Я отдыхаю, гуляю каждый день. Я хожу в бассейн. Я умею плавать на спине и на животике. 1 сентября я пойду в 3 класс. Олеженька, а что вам сказать, тетя Леня? Спасибо. А по-латышски? Балбес. А по-английски? Thank you. Верьте в себя и своих детей. Тогда для них откроются любые пути.